Программа визита областного чиновника предполагала посещение многих учреждений культуры города. Однако разговор за закрытой дверью с начальником управления культуры Верхнесалдинского округа длился более часа, из-за чего планы высокого гостя пришлось скорректировать, перенеся на вечернее время знакомство с некоторыми коллективами учреждений культуры. Помимо этого, Галина Юрьевна провела прием граждан по личным вопросам. На встречу к заместителю министра культуры записалось 4 человека. Салдинцев в основном интересовали частные проблемы. Например, почему в детской библиотеке на Воронова прекратили проведение досуговых мероприятий. Выслушав граждан, Галина Юрьевна обещала разобраться в каждой конкретной ситуации. Для заместителя министра это первый приезд в наш город. Это знакомство с учреждениями культуры, с состоянием дел. Это диалог с руководителями учреждений культуры, с управлением культуры. Диалог по выполнению майских указов президентов, по развитию отрасли, по тем задачам, которые у нас стоят перед отраслью на текущий момент. Так удачно совпало, что сегодня ваш краеведческий музей отмечал 20-летие, поэтому мне предоставилась возможность поздравить музей с таким замечательным событием. Ну и сегодня вот уже до этого, по программе, значит, мне удалось посетить, ну, краеведческий музей, я уже сказала, посмотреть здание, вот, которое сегодня находится в аварийном состоянии, но здание, памятник уникальное, конечно, здание и расположено в замечательном месте. Мы с коллегами поговорили о том, как нужно заявляться, допустим, в областные программы, какие средства областного, федерального бюджета можно привлекать на решение. В разговоре с руководителями сегодня мне бы хотелось отметить очень высокий уровень предоставления культурных услуг учреждениями культуры Верхнесалдинского городского округа. Это первое. И второе. Вот Верхняя Салда, она всегда, надо сказать, всегда она была, так сказать, в хорошем пристальном внимании местных властей. Сегодня, на мой взгляд, учреждения культуры, работники учреждений не испытывают дискомфорта, вот, допустим, по невыплате заработной платы, по невыплате тех требований, которые сегодня мы как власть должны обеспечивать, допустим, работникам учреждений. И в свою очередь работники отвечают вот такой своей замечательной работой. Поэтому сегодня я напитана массой положительных впечатлений. И сфера культуры городского округа у меня оставила только, оставляет только хорошие впечатления.